Актер Джонни Депп подал в суд на бывшую жену Эмбер Хёрд за то, что она бросила в него бутылку водки и ранила руку, передает Daily Mail. Депп отметил, что попавший ему в руку осколок рассек средний палец, практически отрезав его. Инцидент произошел в 2015 году, через месяц после свадьбы. Актер даже обратился к хирургам. Он подчеркнул, что Хёрд не раз наносила ему увечья. Депп потребовал с бывшей супруги 50 миллионов долларов не только за якобы ложные обвинения в домашнем насилии, но и за то, что он чуть не лишился пальца.